Меня не приглашали в клуб, не пускали в клуб. Приходилось выступать среди железных труб. Клуб, рэп, хип-хоп и труп. Я уважение к себе все равно верну. Возьми на веру деньги этого Валеры. Мне утверждала администраторша Елена. Ну ладно мне, повозьму ее за попу. Так пробивается ведь путь к российскому хип-хопу. Ее большой зад неуклюже трёсся. Нам разрешили выступить разок в клубе у Лося. Те недовольны, ему сюда серая толпа. Закачала, закачалась оботва. Я сливал на форму свои треки байтами, килобайтами, мегабайтами. С разными лайтами, форматом, стафом, прайсами. Темы слетали куда-то, как будто у людей в ушах вата. Но в чем же дело, блин, ведь это все за бесплатно. Комментариев ноль, как будто бы всем пофигу. Но в чем же дело, надо соответствовать статусу. Я даже купил себе стафика, чтобы быть похожим на DMX. Но тема не вышла, и снова с форума слился. Миска на бис, не звала меня на бис. И снова я расстроен, теку куда-то вниз. И как-то вечером, проходя мимо очередного клуба, я слышу свой голос, брик, базука, супер рапа. Как обычно я шныряю по району. Дома у дома, тачки, чики, все знакомо. Как аксиома, в каждой тачке мой мотив. Так же как аперитив, прерогатива моя. Ловать новые треки, давать вам новый став. Говорю на сленге. Клубные черви, клубные суки. Поднимите выше руки, качайте брик-базуки. Клубные черви, поднимите руки. Трясите задом, клубные суки. Клубные черви, поднимите руки. Трясите задом, клубные суки.